есть информация, что будет совершено преступление. Ты будешь меня считать сумасшедшим? В этом плане можешь не волноваться. Я и так считаю тебя сумасшедшим. Ты веришь в судьбу? Ты встретишь свою жену. Так звучало сообщение от неизвестного номера, после которого я встретил свою любимую. Позже этот же номер написал: «Твой дом сегодня сгорит, и через пару часов от моего дома остался лишь пепел». Это продолжается уже 3 года. Несколько часов тому назад мне пришло новое сообщение. Сегодня в 21:03 я умру. Я хочу услышать, что было дальше. Я же плохой человек. С нами ничего произойти не может. Если я здесь остался, я тебе это гарантирую. Ты ждешь еще кого-то?